О! Я тебе еще раз повторяю, мы уже не милиция, а полиция. А ты думал? Вот как ты чистую майку одел, новую? Вот точно так же мы одели. Товарищ начальник, заводите его. По какому делу? Давай заводи. Так вот, ты смотри у меня, земля. Вот эти вещи, ты мне шуры-муры, это все не свой оставь. Я тебе еще раз говорю, это комбайн, он дежурный комбайн. Он у нас в сопровождении должен быть. Давай я перезвоню тебе. Смотри сюда. Тут дело такое. Ты думаешь, ты один умный, мы вот здесь дураки, да, смотри. Я тебе говорю конкретно, как я сюда смотрю, глаза подними свои сюда. Ты думаешь, здесь простофили какие-то работают, значит, да? Смотри сюда, земля. Все ясно с тобой. Твои же подельники тебя сдали. До тебя сюда заходили твои подельники. Полностью на тебя указали. Свидетели 6 тоже есть. Как это все дело? Вот эту бумажку вот эту подпиши. Спокойно просто. Тебе читать тоже не нужно. Там это долгая история. Сейчас ты будешь это все читать. Просто подпись поставь, это легче все будет проникать. Я тебе сказал, ты уже все твои подельники признались. Что? Как ты это все совершил? Ты сюда выходи! Ты думаешь, ты один умный, а здесь ослы работают, да? Весь отдел вот ослы, а ты один умный. Я тебе сказал уже, здесь все понятно уже, как ты это все совершил. Принесите все нераскрытые дела сюда, принеси-ка. Сейчас посмотришь, что меня запрячешь. Товарищ начальник, это вообще-то потерпевший. Ну с этого уже начинать надо, потерпевший. Сразу сказал бы. Че, какие проблемы? Че за вопрос? Сколько потерпевший? Какое дело вообще? Значит, это... У меня тут племянника моего здесь закрыли. Там что-то как-нибудь, где-то как-то отпустить, выпустить. Есть такой вариант, да? Что, мороси, что ли, братан? Как я просто так человека выпущу? Я же тоже не вчера родился. Тоже не пустой прошел. Так, работы нет, что ли? Давай, не работай, а ничего, что я старших позвоню, да? А ничего, что мой дедушка тут начальник милиции. Давай, не работай, не отвлекай людей. Пришли здесь здравые люди, пообщаться пришли. Так. Я просто не знаю, что, куда, кому, где, как. Вот эти все вопросы я просто не знаю. Какая проблема? Что, за что сидит этот племянник ваш? Негодяй. Честно говоря, мелочь там. Там за кражу. О, ничего себе мелочь. Кража, да? Сейчас я прайс-лист посмотрю на. Чьи эти очки? Кража. Ну смотри, земляк, у нас кража получается 4000-5000 долларов у нас кража получается. Он этот, сколько лет было ему? 24-5 вот так. Сейчас. Да, эти уже совершеннолетние получается. Калькулятор где мой? Вот же. Так, 5000 долларов. Плюс совершеннолетний. 3000 долларов, 8000 долларов. Он один был, да, там? Он один был и еще с ним трое был. Ну, раньше нет, все равно один, трое или трое, один. Это же групповое. Плюс еще 3000 долларов получается, групповое. Соответственно, быстрее это как бы, ну, терпило тоже по-любому, минимум 2-3 тысячи долларов терпило тоже нужно отдать прокурору, ну, они меньше 5 тысяч на процесс не ходят уже. Так, судья, где мне прайс по судьям тут? Сейчас, секунду, подожди, братан, что мы все это посчитаем, тоже, да, срочно. Ну, земляк, тут само дешевый судью, даже если возьмешь, минимум 6 тысяч долларов у тебя обойдется. Ну, соответственно, 6 тысяч долларов, соответственно, плюс это, да. Зимние шины тоже. Мы же на голых шинах туда не поедем. Мало ли что. Бензин, обязательно. Гриль. Вместе то все похавают. Сессия. Дочь тоже уже растет. Шуба. Женить уже обязательно нельзя. Просто. И то, короче, тут набегает земля, тебе что-то дорогой у тебя племянник получается. Как я говорю, лучше пусть он там сидит. Товарищ начальник, я этого, как его, сразу тоже не стал говорить. Я этого хромого башира племянника. Ну, там скачок уже.
ради вот этого хромого, косого и так далее, я тебе $500 убираю, минус $500, получается, ну, больше не могу я никак. Я это, Гапизова Ахмеда, я сосед, получается. Я, смотри, да, вот, я, ради какого-то Гапизова Ахмеда я тебе еще $500 убираю, это максимум, все. Я еще этот, как его, Магомеда племянник. Эй, какого еще Магомедова? Что ты здесь жуешь? Магомед, Запин, Алхаз. Вот этот, Ибрагимов. Зам МВД России. Я его племянник. Ради этого можешь дать еще в какой-нибудь скачуху сделать? Что-нибудь сбросить, да, сколько-нибудь там? Наша служба и опасная, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно быть не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба и ночь. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Но если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет $40,000. Ты не понял, я тебе даю $40,000 за этот разговор, вообще я тебе большой.